Я всегда так это хэштег улыбает женщина внизу. А, да я забыла этот убрать ее. Я когда. На английском точнее там woman. Да. Я обычно, когда стримила эти одиночные стримы-то, то я обычно ее и ставила, типа, вум. Ну ладно, вум так вум. Так, сейчас я запущу. Мы начали. А, так, на стримчике у меня уже пошло. Ага, все. Рай, приветик, Шейбес Гойм, приветик, да. Все, пока подходит народ, сейчас мы пока посидим, подождем, пока подойдут, и начнем тогда. А что это такое? Я даже не знаю, это какое-то новое слово придумано. Гвен, приветик. Вот, кстати, наконец-то починили по ходу ботов в Дискорде и в СТФ2C и во Фром Баклан наконец-то. Опубликовал, да? Да, оба сразу как раз и на моем канале, и там пофиксили их, а то они не вообще никак ни в какую не работали у меня. Так. Ну, коннект скоро будет, Маджо сказал, поэтому сейчас тогда. Ну да, пока пацаны и пацанессы подходят, Да, подождем, пока вы готов. там подбегаете, тогда, ну давай как 10 человек наберется, так и начнем. Сейчас у нас пока семеро. Да, не в количестве дело здесь, Ну, хотя понимаешь? да, ну, типа, чтобы не пропустили, а Сейчас то минут были пять, такие. да, и зачитаем команды. Ну, все по классике. Если еще не забыли, ребята, то вот как-то так она у нас всегда и было. Да. А то мы, кстати, касты не стримили уже сколько? Сколько? Полтора Да. месяца? Да, где-то так, если не больше, кстати. Меня последний стрим был 25-го, что ли, декабря. Я как раз стримила там этот Дезран, что ли, я не помню точно. Или нет. Вот. Говорила себе, что нужно почаще стримить после праздников, особенно когда у меня там итоги года подвелись. Вот. Я там в этот 1% попала ПТФ по стримам. Я такая думаю, ну все, значит, надо часто стримить, ага. Месяц прошел, ни разу не стримила, вообще ни разу. Так и не взялась, хотя у меня полностью все выходные дни эти были. Ой, блин, ну и дура, конечно. Ничего, сейчас сезон начался. А, да. А это уже у нас третья неделя или вторая? Я что-то вот пропустила. Это, по-моему, вторая неделя. Вот Да, сейчас заканчивается. это вторая, да. Так, ну что, давай тогда начнем уж. Там. Я начинаю? Да, что тут начинать? Подождем, Ну, посидим. блин, мне аж не терпится начать, серьезно. Успеем, успеем. Они же не в 9 начнут. Сейчас коннект получим. Там пацаны будут подтягиваться. 20 минут пройдет, только после этого там какая-то движуха начнется. Я еще на третьей вроде неделе хотела пахана постримить. Так, короче, киты с бакенбардами хотели против авангарда поиграть. Вот, а в итоге оказалось, что авангард дисбандилась. Ну да, мы делали ставки на этот, без сомнения, матч века. Да. Вообще, да, я сразу как увидела тогда, что
у них третья неделя будет игра друг против друга. Я такая, о, так, я пахану сразу написала, говорю, так и так, типа, все, мы будем вас стримить. Вот. А Vanguard какого-то, ну, с какого-то перепуга двинулась не сразу с опена, вот сразу с опена, сразу в диф 1. То есть чего они добивались, я так и до сих пор не понимаю. Не, ну они двинулись не на пустом месте, там, по сути, от авангарда только название и оставалось. Да, и опять ребята там, опять... там сидели. Понимаешь, вот у него как, вот полгода у Пепла была сначала русская команда, потом европейская, потом опять русская стала, потом опять европейская, потом вперемешку, ну, потом опять это, русская. Это, скорее всего, не хочу, конечно, шеймить человек, но это его эмоциональные качели и, скажем так, все закончилось так, как оно и должно было закончиться. Ну, ну да. Что тут можно сказать еще? А тем более это, когда он собрал как раз-таки команду... вот этих вот европейцев новых. А, я не помню, что там, в чем прикол там был. То ли он... там, ему какое-то условие, что ли, поставили. Я точно не знаю. Не помню точнее. На что он не согласился, короче. Условия там... опять-таки, я свечку не держал. Но опять с твоих слов, которые ты сама... я говорила, я забыла. Как сказала, да, это... то, что там должен был... кто-то зайти в состав команды, вот что-то типа того, да, 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 да. По легенде, тим-капитан не захотел этого дела. В общем, как-то все закончилось печально. Всегда это, на самом деле, печально видеть, как команда в начале сезона разваливается, потому что, ну, многие люди потратили свое время, там, ПКВшки, пресизоны откатали. Вот... были какие-то надежды там поиграть в сезоне, особенно те ребята, которые там выше опена никогда нигде не были, конечно, сразу в Div 1 попасть, это ух. Ну, ах, это да. Да, это почет и уважение. Это как я с 5-го Дива во второй прыгнул, но это, правда, в шестерках было, и это было лет 9 или 10 назад уже. Вот. Но суть такая же, на самом деле, и я отлично понимаю. Какой-то человек, опять реклама, это господи. А, реклама? Ну, да. Мы знаем, что делать с рекламой. Да. Секундочку. Я говорю, я в модераторской сижу, но я что-то не могу удалить. Надо разобраться все-таки. Ага, спасибо. Вот, и то есть Пепел-то, ну там челик вышел, за ним второй вышел. Ну, естественно, пошло-поехало, и то есть вся команда просто разбежалась, и Пепел тоже сам вышел, и осталось у них там полкоманды. И вроде они тоже там вышли, и, короче, дисбанд, все. А авангарда больше нету. Все. Ну, не ничего, знаю, надеюсь, понимаете, дело в том, что когда в составе сидит половина опенов и половина высокого дивизиона, ну, я не знаю, как это вообще вам... нет, это ладно. История и не такие примеры видела. Как бы зачастую вот эта вот мешанина может даже что-то из себя представлять, если, допустим, какая-то атмосфера в команде есть устойчивая. Но подозреваю, что устойчивой атмосферы не было, если вообще дело дошло до такого. Вот, в конце концов, можно было спокойно сезон докатать. Но, как говорится, что теперь обсуждать? Бывает. Жалко. Всегда жалко, когда команда с нашими ребятами выпадает. А ты что, не такой ракетами? Это же, блин, это же этот скин. Камуфляжный. Это чтоб тебе джампалось веселее. О май, спасибо. Я не стал гифт удалять, потому что Эндер Слайсер — это такой очень известный трейдер с бэкпаком стоимостью, как вся моя жизнь. Вот. Так что, если хочешь, можешь удалить, я сам подпишу. Но я думаю, не стоит. Ну да, да, да. Спасибо. Клёво. Это тебе мой запоздалый подарок к окончанию сессии. Так, ну что, давайте, ребята, то сейчас у меня весь народ со стрима просто разбежался уже давным-давно. Давайте, весь народ потеряли пока, ладно, похер. Ничего, запись посмотрят. А, ну что, давай начнем, все. Поехали. Да, сейчас, да. Как она там? А, Display Capture. Веб-пак, приветик. Все, вот народ подходит, все. Как только сказали, сразу триггер сработал. Короче, все. А, да, у нас сегодня вторая неделя, дивизион 3, играется
Две карты у нас продукт и каскад. Мы каскад как-то один раз стримили. Каст тоже какой-то был, но я, допустим, лично эту карту не играл ни разу. Это новая карта, совершенно новая карта, которую я даже вообще не знаю. Она мне не знакома абсолютно. А, Ильмар, приветик. Вот, и то есть... Продукт, ладно, мы знаем, как ее играть. Окей, каскад — это вообще какое-то неизвестное, абсолютно неизвестная новая карта. Только Ньюфраги знает, как ее играть. Короче, вот, смотрите. Играется... А, у меня тут открыто уже, да. Ну, Хоп-бастерс. Сейчас вставлю свои 5 копеек. Давай. Каскад — это не новая карта. Но она на UGC игралась. Она новая, она вроде как официально сейчас добавлена в TF2, но она сама по себе не новая. И... Она игралась на UGC. За UGC не скажу. Я помню, что она была на одном из первых сезонов RGL. Может быть, на первом, на втором. Ну, она мне попадалась точно. Да-да-да-да-да, точно. Вот, в общем, смотрите, у нас какие команды. Это вот наша русская команда сегодня, да. А, полный состав у нас кто сегодня играет? Это у нас... ну, в принципе, да, не изменилось, как Амажо писал. То есть это у нас Равлоп. Четлейн, я тоже Четлейн не... Так, сейчас, секундочку. Экзерет, Спун, Цитрус, Маджо, Джап, Лоливон, то и Ульт. Четланин, конечно же. Четланин. Какой-то старый игрок, да, скорее всего. Вообще, у меня здесь половина без ростера. Понятия. Половина ростера, я говорю, половина ростера у меня здесь просто все знакомы. Ну как половина? Да почти весь ростер, все знакомые. Мы с ними когда-то либо играли на дабл-миксах, либо там на Москулане виделись, либо там, не знаю, короче, знакомые ребята. Вот. Кто против них играет, это играет Джестер Рэббит. Они вроде бы играли в прошлом сезоне в опене, что ли. Я вот не помню, надо посмотреть. А, они также в мету играли, только против кого? Против Авангарда, против Crystal Castles, вот почему мы их помним. А, тоже в мид идут, Дивизион 3, мид плюс. А, и не знаю, кто у них играет. Ну, сейчас вот, мейн состав, как у них, никто не написал. Ну, можно поэтому... глянуть, потому что у них уже была, ну, был принципе, один матч да. в первой неделе, да. Ну, не суть важно, на короче, самом деле. Короче, да, да, да. Да. В принципе, вот так вот. Ну, какой-нибудь там, они какие-то места занимали, но это... А, это Винтер 23. Здесь можно что сказать. Обе команды сегодняшние, они начали сезон отрицательного, скажем так, счета. Обе команды проиграли, правда, наша команда, буду называть их наши, Хоубастерс. Вот. Они все-таки дошли до Golden Cup на карте и взяли свои 2 очка вот, на Пелафорде. Так что на самом деле 2 очка форы уже есть. Ну, я как всегда буду болеть за наших, как бы, да, конечно. Ну, мы всегда болеем за наших, да. Но опять же. За всех не скажу, я по традиции желаю удачи обеим командам, пусть победит сильнейший, в этом и весь смысл, собственно. Да. Вот. Бабулька, да, сметаночка, приветик, приветик. Я живая, да, все хорошо со мной. А то некоторые просто думали, что я померла, может, не дождетесь. Да, приветик, мой хороший. Вот, вроде бы коннект есть, да, у нас там. Ну, там кто-то мне скинул. Да, Мажо. Ну, походу, коннект есть, я не буду его пока показывать. А, давайте тогда я... Тогда пока на игру переключусь. Да, я тоже скучала, просто я не стримила. Мне было просто... Лейна, я вообще отдыхала, то есть я... Лейна отдыхала, это не то, что ты должна публично объявлять на стриме, знаешь ли. Вот ошибка. Так, но я вообще, я как бы и уезжала, и вообще не была за компьютером, и вот, все. Так, 3-3-3 рез, приветик. Да, всем привет, кто подвалил. Да, у нас уже 18 человек. На низком старте, ждем коннекта. Да. Так, коннект я тебе скидываю. А, вот мне Моджо пишет, что это не Моджо, это Моджо. Блин, а кто его знал? Да, я тоже не знаю, где там ударение ставится. Это нигде, но вроде везде одинаково. О-о, Моджо. О, я откуда знала? Так,
А, Ниру тоже приветик передает от сметаночки, конечно, конечно. Да-да-да, и тебе приветик. Это паспорт. Это спектакль PS40. Ну давай смотреть, что. Мне вообще скинули вот такой вот, сейчас я скину, но просто я не знаю, это правильно ли было, либо он что-то вот. Ну, по сути, судя по всему, это. Это имеет значение, я да, тоже. Да, это просто имеет значение, да. Я впервые на самом деле такое вижу. Так, нет, я не ту, я не скопировала. Сейчас, секундочку. Да, по нему заходит. Mm-hmm. Удивительно, слушай. Потому что ТВ он дефолтный, а тут зачем-то ребята поменяли. Я вот тоже не понимаю, зачем. На СТВ. Странно, конечно, странно. Это хуйня про США. Че, иероглифами, что ли, написано про США? Я просто да, не знаю, это популярная, значит, тема. Че такое-то? О. Как это переводится? Я просто... Я что за это? Популярная не тема? Стоит. Если не вникаешь в эту хуету, не стоит. А, бошку себе только забьешь. Что, эти мемасики современные, ничего не понимаю. Так, ну что, мы там на коннекте уже? А, да, здесь всего два человека у нас пока. Все, я зашел. Морские котики какие-то убийцы в первых хуйня. Ясно. Да не спамьте, пожалуйста. Не нужно это спамить. Ну блин, ну ребят, ну иероглиф, вы только забивайте чат. Серьезно. Ну, блин. Любая активность. Тоже активность, знаешь ли. А то мало ли они сейчас там напишут, он тут. Некоторые там запрещенные слова на Твиче пишут иероглифами и потом банят, и мало ли что там будет. Да нет, почистить-то как раз таки это вообще не проблема. Нет, 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 ну модератор у нас есть, у нас очень если много модераторов. Если биотреска просто... считаешь нужным, я это дело сейчас остановлю. Да, останови, пожалуйста, потому что ну это прям, ну я не знаю, они сейчас так и будут кидать. Так, вот наши заходят как раз. Кто-то у меня в друзьях спуни. А, это спуны есть? Я привыкла к книгу спун. Вот спун типа 2, 2 О и Н. Капец, слушай, Нир, как же мы давно-то не стримили касты, именно касты. Охренеть, как подумать. Я даже, знаешь, такое ощущение, как будто я забыла, как вообще кастить. Ну да. То есть. Я все будет, в общем. Да, надо только разогреться. Так. Давай, что ли, какую-нибудь тему найдем для беседы. Да, попиздим о том о сём. Ой, я даже не знаю, какую тему придумать. Вот ну, я понимаю, что банально в духе ваши, блин, прогнозы на этот матч и прочее, но я думаю, бессмысленно в силу того, что ни я, ни ты, скорее всего, не знаем почти никого из сегодня участвующих команд. Ну да. Не, ну если я могу, чтобы типа... какую-то аналитику или ее подобие предоставить. Просто из команды вот Hopbusters, да, нашей, я знаю, блин, больше половины, как бы, как они играют, но... Как они вместе играют, и как они сейчас играют, и как они играют с новичками, ну, с ребятами, с которыми они сконнектились, да, вот, как бы, и как играет, ну, противоположная команда, да я тоже вообще не знаю, серьезно. Ну вот сегодня увидим. Да. Вот сегодня и посмотрим. Вот единственное, что не нравится, это именно карты, вот эти вот. Есть, кстати, PL, да, а... комментарий, что? Что не забывайте, что у нас почти все на классах пишут Моджо. Окей. А, да, кстати, тогда как раз-таки вышло вот перед сезоном постановление, ну, да, администраторов. Да, да, потому что
В коем-то веке на самом деле Е2Л начал с этим абьюзом основного правила как-то бороться более-менее видимыми методами. А то было всегда занятно наблюдать, как они запрещают мерков буквально по всевозможным надуманным причинам. То есть там ты посмел зайти на матч на UGC 5 лет назад, все, тебе нельзя больше играть в опене. Вот, условно говоря. И при этом существовало такое явление, и существовало буквально с самого начала чуть ли не этого дуэля, когда собирались команды, которые по скиллу явно выше дивизиона, на который они претендуют, и просто заходили в него, чтобы взять золотую медальку. Да, кстати, да. Вот. Это мерзкое явление, это плохо, не делайте так по возможности. Но в этом сезоне, вот в каком-то веке могу похвалить, на самом деле, Едфедвайл. Не часто, скажем так, никогда, я бы даже сказал, они не делали еще ничего адекватного. Но разве что я считаю адекватным переименование сезона, все-таки Winter там 23, он куда адекватнее, чем какой-нибудь сезон 56 и гадает, что это, где это, когда это. Ой, вот. Не знаю, вот если бы это соединили вместе, то сезон какой и когда это было, вот тогда было бы лучше. Я не против того, что они сделали, что типа зима 23, да, понятнее так получается, но... Ну блин, это как традиция устоялась, какой сезон, да, то есть... как бы отчисление, да, идет, то есть, ну, как бы, мне кажется, что такое нужно оставлять или знаешь, хотя бы где-то добавлять. Мне кажется, что традиции, скажем так, придерживаться того, что казалось адекватным в маленьком масштабе, и не выдержит никакой возможности при экстраполяции выглядеть адекватно, вот как, например, вот эта нумерация сезона. Ну, когда-то все там знали, условно, там было 10 сезонов, и все знали, когда какой прошел, да, тогда еще активно, собственно, и участвовали люди, которые начинали чуть ли не с первого. Но сейчас столько поколений поменялось, при этом буквально поменялись поколения. Вот, и условному там новичку, который заходит на эту 2L, ему вообще непонятно, чем там сезон 25 отличается от 56. Типа, не думаю, что он вообще поймет, в каком году там был условно 25-й сезон. И это плохо для именно вот этого вот изобилити лиги. Так что нет, здесь они молодцы, здесь они сделали адекватную вещь. Ну как, сделали они ее не сами, они ее подсмотрели, но у более серьезных дяденек там, таких CSGO и прочих. Но сам факт. Не знаю, я походу как бабуля просто сижу и брызжу. Ну опять же, видишь, они вот возвращаясь к теме ограничений там на мейн-классы, то тоже не совсем понятно, как это дальше будет реализовываться, потому что очевидно, что таких ситуаций будет больше и больше, и очевидно, что они и в этом сезоне не заметили все команды с интересными мейн-классами, вот я более чем уверен. Просто обратили внимание на самых очевидных, либо по наводке. Вот. Так что ну, как да, они спасибо. Будут эту тему поддерживать? Или все скатится по итогу, вот просто потихонечку забудется? Так, ну что, у нас тут все зашли? А, нет, не хватает одного человека в красной команде. Ну, я думаю, зайдет только. Ждем Хайлендер, Винтер, Намбату. Нет, Намбату ты не дождешься, потому что увидишь там Винтер, там... 20-23, 20-24. Намбату, все. Вступительные в сезонах начинаются теперь. Ой. С размерные года. Вот. Потом, кстати, придут новички какие-нибудь, что там лет через... Года через два, через три, там скажут, там, типа, а как это раньше там играли по сезонам, типа, да, вот какой-то там 14-й сезон там был, да, вот там... Да, они и так 15-й. Уже говорят, как бы, и в этом-то и вся суть. Подожди, они уже удивляются? Даже меня это удивляет, честно говоря. Я вот уже давным-давно в инактиве, и для меня, например, там 35-й сезон вообще нет, ни о чем не я говорят. Нет, я имею в виду, что в том плане, что они не понимают, типа, как раньше так можно было считать. Вот, и то есть они как бы... Я не совсем твои мысли понимаю, ну, но короче, ладно. Заби, да, да, заби тогда. Для них будет норма, это как раз таки, что Винтер 23, допустим, да, типа, они не будут понимать, что за 1, 2, 3, ну, там, 10. Ну и отлично.
Ой, не знаю, я просто игры по идее бы и старые сезоны бы переименовать. Ну тогда старые игроки вообще запутаются. А если они там, допустим, будут говорить там, типа, а вот там... Но с другой стороны, кстати, были-то сезоны и в условном межсезонье, которые там, начинались там в конце февраля, потом всю весну он хуячил, и к середине лета там уже плей-оффы откатывали. Да. То есть как вот это вот будет именоваться? Ну, я имею в виду именно старый сезон, потому что сейчас, я так понимаю, сетку изменили. То есть, если Винтер, значит Винтер, все, точка. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Типа, вот эта нумерация-то, она прекратилась когда? Зимой как раз-таки? В этом году? Да, вот буквально год назад. А, год назад? Ну, вот сезон у нас, получается, шестерых был, по-моему, на нем. Охренеть. Может быть... Не, по-моему, да, по-моему, на нем. Я тогда еще рассказывал, помнишь, удивлённо тебе об этом? А, ну, да, это были шестеры. Квинса. Что-то я его не вижу. Был бы Квинса, я бы его здесь заметил. Здесь никакого Квинса нет, нет. А Квинса-то не играет, наверное, уж. Квинса, ты кого вспомнил-то? Господи-то, боже мой, этот дядька вообще не играет уже очень давно. Так, ну тем временем, кстати, все уже пока на А Квинса тут сидит. Привет, Квинса. Ну слушай, ну ты дядька, блин, ну для меня ты дядька, слушай. Потому что у тебя на аватарке там хрен тут стоял, блин, и мне всегда казалось, что ты дядька. Хоть я не помню, сколько тебе лет, конечно, но не знаю, ты для меня дядька был. Так что все, нет, нет. Да все молодые уже дядьки, чего уж там. Покажи настройку графики. В ультра все стоит. Там даже нечего показывать. Ну да, максималочки без конфигов, без ничего. Да, чисто... конфигов нету, поэтому... Нет, есть конфиг у тебя. А, ну это на и... сеть конфиг, да. На всякие там быстрые клавиши, на non-cancellation script. Такие вещи. Ой, ему 45. 5 вообще-то. Я помню, что Квинс, он довольно немолодой. Но ему точно не за 45, тем более уж. Ну что ж, скоро на пенсию уже. Интересно, вот медали на FF2 они как-то в трудовой стаж засчитываются? Можно их сконвертировать в рубли там или гривны, или кого там. Ну смотри, а те, кто расстрайдит. Как это? Это как так? Ну, это надо придумать, на самом деле. Это знаешь, это как в декрете, короче, когда уходит декрет. Для этого и нужны депутаты, понимаешь? Мы сейчас не должны брать на себя работу депутатов. Это их законодательское законотворчество, господи боже, блять, выговорил. Вот, это их задача. Да, народ так и продолжает там, чё они там только не кидали сейчас, господи, это боже мой. Да, ради бога, пусть кидают. Так, ну что там, 9, да, 9 человек, всё, зашли, давайте, Рейзи, поражал нашу команду. Да, уж давно зашли, кстати, очень давно зашли, и всё, сидят, сидят, ну, я так сказал, так и будет. Ага. В общем, тут гадалкой быть не надо, на моей памяти, блин, по-моему, только один матч начался вот прям чётко в 22 часа, ну, по тому времени. И то, потому что все зашли тупо за полчаса до этого. Кстати, да, ведь экзешник не может на инженера играть, поэтому Моджо будет играть но вместо это, него. Это, и... конечно, да, это дикий, на самом деле. Он будет за Пирса играть, вот я что скажу вам. Я не знаю, вот честно скажу, я не знаю, как экзешник играет за Пирса. Я много на ком его видела. Потому что, ну, это экзешник, я с ним постоянно играю, как бы, ну, блядь. Ну, реакция есть, а значит, и запереться сможет. Да, я надеюсь. А, в принципе, любой, кто с Паем играл, запереться будет вполне себе неплохо откатывать, потому что, ну, зачастую, если ты перес комбе, то ты должен понимать, чем занимается Спай и в какую минуту он что будет делать. Угу. Вот, кстати, Раблоб, очень хороший скаут. Я помню, я с ним когда играла, он
сколько, все сезон, сколько мы там играли с ними? Да все на самом деле молодцы. Он... Вот. Ну да, да, и Цитрус там, ой, блин, да. Ну, и Медик, кстати, отличный джаб, да. Уже можно его тоже, мне кажется, колдам записывать. А он, да, он даже раньше меня пришел. В 14-м году он пришел вроде. Он... Потому что я помню, кстати... когда еще сам был, ну, относительно активен на Эйтфедвайле, и он мне попадался периодически. Он, да, он, вот я смотрела, он играл... Точнее, я когда пришла уже, 17-18 год, он уже тогда не играл. То есть, и поэтому я его не знала, потому что он был инактив. И только вот недавно совсем он пришел, в 21-м вроде году. Ну, поэтому я его совершенно не знаю, типа, он я просто пропустила его активность, и вот спустя столько времени он зашел обратно, поэтому, ну да, скорее как олд какой-то. Отлично, да, начинается. Мы начали. Да. А посмотрим, как они выходят. Наша ну что ж, наша команда синего цвета, не наша команда красного цвета. Да, 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 да. Смотрим за роллаутами. Стак Спун. Ну, да, синий, кстати, быстрее занимает мид. Начинается ленивый обмен спамом, но красные, посмотри, как уверенно тут же становятся на пол, просто отжимают. Соляр, вот и спай пошел, вот и спай пошел. Хилом. Ой-ой-ой, забирают демоса. Красная команда, Хэвика, медик не спасает. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же так-то? Хотя минуса пошли у красной команды, нормально, вот вроде бы они там выебывались, как-то нет, все. А там даже и чистить не нужно, просто смотри, как интересно получается. Молодцы, молодцы. А, вы можете встать на поинт, да, но если вы теряете демос, ну, вот спай. Такое себе начинается. Обе, там этот спай бегает, смотрит. Блин, мне страшно, сейчас будет цитрусы резать, нет? Надеюсь, нет. Моджи, кстати, знает о нем. Он его чекает. Да, Моджи знает. Цитрус тоже в курсе. Они все в курсе. Горят синий, красная команда убером. Синий тоже загорается. У синий лучше на пару секунд. Ага, ага. Через демоса, эти через пириса. Да, надают пизды. И тем Кажись, и тем джаб минус. Экзе на соплях выживает, отходит за камень. Угу. Красная команда капает поинт. Да. Моджи один остается. Нет, не один. С раблоком. Отбегают. Окей. Ульт у нас там стоит на чайне. Дает инфу. Молодец. 4 минуса у красной команды. Ульт нападает на медика, но нет, ничего не получилось. Ну, сейчас, конечно, бы синим начинать немножко нагревать поинт, пока минуса. Нагревает. Тем более минус демоса, это очень серьезный минус. Вот, по сути, бесплатно можно становиться на поинт. Ну, молодцы, закапали. Что, собственно, и делает наша команда. Отлично, и снова счетчик в нашу пользу, уменьшается потихонечку. Посмотрим за жизнью красной комбы. Медик не хиляет очень долго, бегает один. Да, и все еще имеет АД, кстати. Все еще имеет АД. Опять там снайпер минус, кстати. Интересно, ли они его... Молодец. Да, они готовы реализовывать сразу же. Они считают, что у них большой АД, джаб. На соплях убегает, но в него влетает зомб. Какой отличный мув был со стороны зомба. Посмотрим от первого лица, как там вообще экзешник будет делать, еще вообще команда нас делает. Ульт так. Тем временем на клифе. Да. Видимо, попытается сейчас попасть. Опачки, на спай. Ага. Все, молодец. Снипу выносит его. Но тем не менее отвлек. Отвлек комбу, наши ребята могут сейчас встать на поинт. Так, чат лайн что-то пытается. И демос. Все, закапли поинт. Вот дает демоса, умница. Обе тут бегают. Блин, вот только. Ага. Опять пошел наверх сейчас. Цитрус здесь один, но он тоже чекает, он чекает. Но этот присел на картонах. На обе не спешит, да. Он не спешит. Ай, как молодец, Цитрус, вовремя молодец. Сразу видно, у кого-то есть наушники. Да. Знаю, как он вертится, кстати. Цитрус-то? Ага. Да, я тоже заметила, да. Так, тут можно сказать, что кое-кто подрабает. Да не. Надеюсь, не получится, как в тот раз. Ладно, зомб пока, кстати, принимает сейчас на коннекторе. Один высунулся, что-то пытался сделать. Ну, неудача. Ага. Так, Солар, кстати, полетел демос нашего медика, но он даже не долетает. Минус вражеский медик. У нас есть Отлично, убер. Отлично, прям на камне его принимают. Да, и поинт тоже наш, работа убивает. Умничка, доедает еще молодец. И инженер до кучи. Молодец, молодцы ребята, молодцы, убивает всех подряд. Солик минус, найс. Обе nice. Какой живучий засранец, глянь. Он, блин, тупо бегает по аптечкам, он живет постоянно у нас в тылах. Конечно, это напрягает. Да. Стики накидывают на диспенсер. Ой, много наелись. Так, ульт у нас минус, там спун накидывает стики тоже.
И обе ждет сейчас своего шанса. Я уверен, когда красная команда начнет капать. О нет, о нет, о нет, дроп. Ой, минус 2 делает. Это дроп. О боже мой. Ну как же так-то, а? Ну что ж, бывает, бывает. А Спун попытался отомстить за своего падшего товарища, напал на медика красного, но оставив ему пол хп, погиб, к сожалению, не. Ну слушай, смотри-ка, смотри-ка, у вражеской команды 2 минуты, у нашей овертайм. Да, достаточно просто закапать. Сейчас главное. Они закапают, они выиграют. Да, сейчас главное спроецировать вражеского медика, зажечь его, а потом просто выйти и драйпушем взять поинт. Тем более, наша команда это явно умеет делать. У нас только там чатланин прилетел и улетел обратно сразу. Ну, довольно агрессивная сейчас позиция у пушки. Она его, собственно, и остановила. Да, тем более третий левел, второй, точнее, второй левел. Так, горят красная команда, у нашей-то ничего нету пока. 45 убера, джаб хитовый, хитовый. Главное, чтобы ушел. И какой стальной у нас джаб оказывается. Не побежал на спаун. Минус. Ну и все, это так очевидно, вот. Это сейчас будет закапанный поинт, и, собственно, о чем и речь, зажечь их, всё? И потом драйпушем взять поинт. Хорош, 1-0 в пользу нашей команды. Отличное начало. По очкам, ну посмотри-ка, по очкам-то как хорошо, на самом деле, молодцы. Ну, на одном раунде я бы, конечно, не стал судить, но да, вот что-то снайпер вражеской команды совсем не алё. Да, кстати. Ну, потому что его ульт убивал очень много раз. Я заметила, ну, там раза 3-4. Вот и умница. В то время как их спай охотится исключительно на нашу комбу. Лалибон-то убил. Ой-ой-ой, джаба сейчас прилетела с двух сторон. А я что-то не заметила даже. Он два директа поймал, ракету и банку. Вот это неудача, конечно. Вот Чатманин поэтому полетел на медика, и медик минус, да, мама. Отлично, отомстил. Нет, это ульт убил, но, скорее всего, они там как-то вместе. Нет, да. Нормально, ничего. Но сразу, Главное, что это случилось. Да. А медику, конечно, лучше долго на миду после выхода не стоять за камнем. Это позиция. Считай, могила. Так, наши ребята, в принципе, решили отдать поинт. Ну, понятно, по каким причинам. Угу. Ну, ничего, у нас немножко АД есть на 10%, поэтому... Небольшой АД не считается в данной ситуации. Ну да, но да. Можно да. потихонечку, но все равно да, немножко... можно уже немного поконтактить поинт. Так, Раблоп выходит. Что, кстати, Раблоп и делает. О, ульт принимает сейчас солдата аркада вражеского. О, джаб ругается. Я бы тоже был бы недоволен. Даже если все идет отлично. Ну, просто у меня такие бинты. Я, знаешь, я тоже сейчас про тебя подумал. Может, у него такие же бинты, как у тебя стоят. Думкомс, блин. Да не, у меня, по-моему, конфига. А, у тебя рычание там просто какое-то постоянно. Нет, нигде. Да и кому он нахуй нужен. Так, есть убер, кстати, у той команды. Так, Спун-то этот спамит, и Хевикс убивает Сики. Раблоп минус, кстати. А ульт убивает Солика. Тут мясо какое-то пошло, вот и минус. Сейчас фланг пытался два человека продавить, и наша команда горит. Время зажигаются обе команды. Джаб раскидывает, не дает сжечь с Цитреса. Экзе отлично, кстати, я на понте сейчас отработал, повыкидывал всех нафиг с него и... Какой же сейчас медик хитовый был во вражеской команде? Даже на грево поинта не состоялся. Вот сейчас бы в этого медика бы влететь. Ой-ой-ой, сколько у него там буквально 20 хп было. Да я уж тоже смотрю, как 4 хп, 4 хп! Давай! Ульт! Ульт просто жестко, ножом его замотрнашил, да. Конечно, это был большой риск, я бы с револьвера бы долбил, но тем не менее. Так, тут еще, кстати, обе выходят, да, но он что-то плохо вышел вообще. Сразу его была попытка напасть на нашего медика, да, но закончилась неудачей. На минуту остается вражеская команда. По уберам. У наших почти есть убер, у вражеского только 20. Так. Будем смотреть. Ага, минус снайпер вражеский. Отлично. Так, минус скаут. Ну, в принципе, поинт-то знаем, поэтому ждем пока... Опачки, минус инженер. И снова, кстати, обе проходят в тыл по все тем же любимым местам путешествуют. Угу. Найден равлопом оказан. Да, молодец. Да. Минута остается. Ой-ой-ой, это что сейчас за хедшот был? Это что был за хедшот? Я его пропустил. Вот, наконец-то, FQR начал отрабатывать свой хлеб.
Да, смотри, троих убили из нашей команды, наша команда горит. Джамп загорелся, но у Вражеского медика уже 90, и ничего, да, вы всего лишь вдвоем ничего не сделаете с комбой, очевидно, да. Не повезло. Не повезло, вынуждены, судя по всему, был убер, так как поинт даже не нарытый. Ульт убивает снайпера, опять его прям при всех. Ну, все правильно делает ульт, на самом деле. Молодец, конечно. Все правильно делает. Так, Цитрус отъедается. Две аркады сразу вылетает. Демос и Солик. Зажгли. Пол хп медику оставили, зажгли его. Но, опять-таки, плохой убер, очень далеко. И нашим ребятам, в принципе, бояться нечего. Сейчас можно будет собираться, выдвигаться. Скаут сейчас прессует его, там сейчас его убьют, да? Ну, убили, да, но моджи тоже убили. Сейчас инженер съел, просто в голову ему насовав из дробовика. Печально, конечно, Цитрес его не ожидал на нашем же клифу. Да и я бы не ожидал. Гудли, приветик! Спасибо! Да, наша команда, кстати, выигрывает сейчас, уже второй раунд, наверное, выиграет. Да, Лоль Вонд, кстати, выносит своего коллегу. Угу. Вообще не живет, на самом деле. Снайпер-то тут. Да, фигюр вообще тут не живет, от слова, да. Совсем. Ты представляешь, сколько доминашек у нашей команды уже. Господи, ты боже мой. Ой, жестко. Но на самом деле это показывает в целом разницу. Равлок чесит медика. Ну вот немножко. Но ты видел это, Энир, ты это видел. Я это видел, да. И медик в любом случае сейчас докупит. И главное, да, главное подержать немножко поинт. Потому что сейчас таймер очень близок. И фулл АД сейчас у вражеской команды, хоть и минус 2, и один со спауна, мы теряем ульта. И очевидно, они захотят и пойдут сейчас на поинт. Кто их остановит? Ну да, если тот медик считает... Выходит, все, зажигается, да. Сразу, особо не мешкая. Угу, пошли вносить немножко грязи, но, опять же, до комбы не добегают, зажглись очень рано. Да, и отошли. Ой-ой-ой, Ловольт, блин, как он сейчас отманцевал от солдата, который в него влетает. Казалось бы, безвыходная ситуация. Обе выходят на нашу комбу, его находят, съедают. Ну смотри-ка, там медик 15 хп остается. А у нашей команды есть уже выбор, не важно, надо уже идти, не надо важно, идти. Надо идти, да, и встать на поинт, встать обязательно. Молодцы. На поинт. Медик минус вражеской команды, все умирают, вайп. Абсолютно, все, это считай победа. GG. Это считай 2-0, ну посмотрим. Сейчас, конечно, команде терять нечего, это самые вкусные моменты, но они не успевают дойти банально. Ой-ой-ой, долетает все-таки, Дэма становится на поинт, посмотри. Смотри, как они агрессивят-то, Но у них нет вариантов, у них ни единого варианта, все. Опять убивают. Все, к сожалению. Да, опять убили. К сожалению, но это было красиво все-таки. Угу. Вот эти три человека, которые буквально за секунду оказываются на поинте. Что ж, счет 2-0 в пользу нашей команды. Да, молодцы, ребята, молодцы прям. Так. Я надеюсь, там не будет дисморали у вражеской команды. Ага, скаут, минус. Да, не вижу какой-то попытки особо агрессивно встать на поинт со стороны нашей команды, но зато вот Соляр пытался что-то сделать. Угу, спун минус у нас. Ой-ой-ой, и Мишка-то, Мишка очень агрессивно стоит, но его хиляет. Медик вражеской команды, конечно, молодец. Ой, ну долго смотри, какие минуса! Какие минуса пошли у той команды? Минуса у обеих команд, да, сейчас был довольно серьезный размен, в том числе и по медам. Да. Ну ничего, нормально. У нас Равлоп капает, 31 хп у него, молодец, умничка. Нагревает поинт. Блин, ну... красиво, опять-таки... Лоль Вонд выносит Демоса. Угу. Так, Моджа остроился. Равлоп но поинт все еще, поинты все еще ничьи. Ага. Пытается Равлоп как-то что-то сделать, но... Минус пай. Фланги-то почему нами не контролируется? Че это там бесхозный солдат какой-то ходит чужой? А, кстати, да, странно. Да, капают поинт. У них там инжек еще и хиповый, блин. Взяли поинт. Ой-ой-ой. Это что? Что такое сейчас было? Мне показалось, сейчас убил было... Медика? Да. Он убил медика. Молодец, кстати, да. Молодец. Все-таки убил. Окей. Я услышал про хедшот и вскрик медика, но почему-то... То ли я слепой, то ли не увидел потом его смерть. Буду Кэт, приветик. Это не боты в чате, это реальные игроки. Это ты, Эфир, просто. Смирись.
Это ты эфир? Да нет, он знает, что это эфир. А, ну мало ли, типа, вот к этому... Так, убили опять, кстати, скаута. Снова Мишка, кстати, один стоит на понте, да. Хоть и хиляется стрелами, но... Горят наша ой-ой-ой. Команда, горит. Ой-ой-ой, на соплях уходит. И, кстати, вражеская полетел команда... спун в медика. Медика отмансил даже, по-моему, хп не потерял на этом деле. Да, джаб минус! Ну, да. Неважно, в принципе, он все равно прогорел, как бы. Джаб сделал свое дело, джаб может уходить. Вот. Сейчас, ой-ой-ой, то и бас... Получает серьезный довольно дамаг, но выживает и сохраняет убер. Ага. И сейчас, есть да, убер. Сейчас просто да. Отойдите, отхилейтесь, потом да. зайдут на пойнт и закапают его, я более чем уверен. Это Тоби, спай вражеский убил спуна сейчас. Еще инженер вражеский убил с жестко, этого правлопа, жестко. Да, и убер еще есть. Ой, сейчас, походу, пойдут. Но, кстати, на полторы минуты у нас лучше времени. Сейчас, походу, пойдут уже, да? Горят? Нет. Посмотрю сейчас, как там. Нет, они что-то бегают. Горят. Криты! Немножко хаотично. Криты! Джаб сразу минус! Сразу с одной стики вот с критовой это, с минус. Вот это, конечно, это отлично. Сейчас был мув от Соляра. Это охренеть. Прям молодец. Красивая стика, ничего горячая не скажешь. Горячая стика, да. Обидная и очень красивая. Тут да. Ничего не поделать. А тем временем все-таки закапали они понт, я уж думал, никогда этого не случится. Вот, да, кстати, там... А, так, ладно, короче, ладно. Так, кстати, вот смотри-ка, вот Солик со скаутом пошли на траву, ага, на фланг пошли. Очистили, почистили немножко, оттиснули. Джаб опять минус, опять от Демоса. Да ёб твою ж мать, ну как же так, а, ну как же так? Так. Мстите, ребята, мстите. Спасибо за подписку. Спасибо большое. Да, кстати, медик минус вражеский. Мне нравится, как Фикюр уже, наверное, 5 минут... За 5 минут 2 очка заработал. Это просто какой-то гений, блядь. Опачки, найс. Какой... О, сейчас как красиво пролетел дамаг. Что ж такое-то? Шурло Левон, ты делаешь? Буквально всех съели. Ты посмотри, какие хедшоты раздают Лоливон. Ты посмотри, он... Я не знаю, он чуть ли не трейфтовый. Ну, мне кажется, там... Его коллега из СН-команды будет сегодня кикнуть с позором. Ну хотя посмотрим, опять-таки, что шеймить снайпера, не всегда все от него зависит, хотя позиция у него очень странная, если честно. Ох, как да что ж такое-то, господи, я не могу на это смотреть, это прям это, прям это сочно, это очень сочные фраги. Ульт минус. Это вкусненько. Да, Чернонин минус. Опа. А этих-то? На Факьюре гнали, с вами будет шутнул кого-то. Кстати, вот... И снова, кстати, Мишка один под стрелами выходит, но на серый медик по нему не попадает. Ой-ой-ой, на соплях пытался убежать, бедняжечка, не смог. Цитрес его скушал. Вот заметь, кстати, мне напоминает вот этот мув со стороны гениального Мишки, катмановскую тему, когда он тупо выходит на поинт и вот вдоль... Шатры вот этого двигаются. Да, 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 кстати, да, да, тем да. временем наши ребятки зажигаются. Потому что критами прожгли. Красная команда только что зажглась критами. Опять. Но они, походу, поняли, что два раунда решили, через убер. Да, они решили, что у них обычно убер не работает. Да, и надо брать криты. Но вот фишка в том, что как раз-таки обычно убер у них работал. Лоль вон делает минус 2 прям буквально молодец. Подряд. Молодец! Но он занял доминирующую позицию на камне, а эта позиция, как известно, только для истинных гигачадов, да, которые показывают свою маскулинность. Так, ну что, 5 минут? 5 минут остается, точка наша. Ну, соответственно, уже что, делать все? Нечего. Им надо заходить, зажигаются криты. Да. Зажигаются криты, Соляр, на последнем издыхании. Ну опять, ну эти криты, вот, все, убили. Минус 2 он сделал, конечно, все равно... Баланс был явно не на стороне вражеской команды. Господи, это боже мой, Фоксайкл, приветик. Закидали мясом. Приветик, задавили. Ребятки. Слушайте, там, я говорю, вот каждый раз, сколько я тоже видела игр, но вот проигрывают там, да, знаете, там один раунд, два раунда, все, они сразу понятно, убер не прокатывают, нужно брать хриты. И криты еще хуже играют. Да, конечно, можете там дропнуть медика, но, блин, да, в некоторых ситуациях убер у них лучше был, реально, чем криты. Каких Господи, кого там кидаете? Какие прокачанные мужики? Ну, это больше мужики, похоже уже. Чисто на какие-то действия от не совсем понимания того, почему у них что-то идет не так. Ну, либо на эмоциях, да, и то есть они какой-то, может, там тильт словили, там. Хотя начинали они на самом деле неплохо, я хочу сказать, и мне понравилась вот эта вот агрессия, когда Демос
буквально выдвигается в сторону вражеского камня, под хилом становится. Это опасная на самом деле тема. Ну да. Вот, каскад. Да, каскад, и каскад этот вполне себе дневной, по-моему, в оригинале он был зимним, если мне память не изменяет. Ну, как бы ночным и зимним. Он сейчас зимний, но как-то совсем слабенько зимний. Ну, ты знаешь, это оттепель, наверное. Ну, это явно какая-то весна. Да. Видишь, какое солнышко чисто весеннее, скорее бы уже, а не вот это вот все. Да. Каскад имба. Ой, не знаю, за ваш каскад ничего не могу сказать. Ну, хз, довольно бесполезны, на самом деле, вот эти вот дома и прочее. Почти неюзабельное лобби по мейну. Ну да, вот я только видела, вот снайпер все равно, агрессивный снайпер, он стоял тут вот, у камня там, да, вот отсюда там стрелял как-то. Ну, опять-таки, любая карта, где есть, где центральная точка находится на возвышенности, да, и где есть условные откосы там. Я не помню, египетская еще какая-то была, я уже забыл ее название. А этот... Она очень располагает, да, к обмену спамом. То есть всегда на такой карте, на самом деле, интересно смотреть, как идет перекидывание там банок и прочего говна через центральную точку в надежде там попасть кого-то. Это мило, это весело. Да, Джо Бидем, блин, не спам, пожалуйста, таким, не нужно оскорблений. За уже сколько раз туда? Два клоун, не нужно так спамить. Да это все пасты, господи. Нет, я про то, что там оскорбления какие-то пошли там выше, вот видишь, он там спамил. У нас не чат просвечивает, чат у нас... Ну это не оскорбление, это так. А он никому не адресовал? Да нет, конечно. А, тут куча накачанных мужиков какие-то, о господи, Шрек ну, еще. Это... Это гигачады. Властелин Джима. А, да? Да. Откуда ты все знаешь вообще? Знаешь, это как отрицательный пиар, он тоже пиар. Ага. Типа, активность в чате даже такая тупенькая, это все равно активность. Ну да, да. Вполне соответствует, на самом деле... нашему уровню аналитики и каста, так что мы нашли свою аудиторию в каком-то веке. Ой, ну, я надеюсь, они и здесь выиграют, наша команда. Надеюсь. Все-таки они хорошо сыграли на продукте. Не знаю, конечно, будут каскад играть. Но по ДМ наши ребятки были сильнее. А, учитывая, что эта карта тоже заточена ДМ. Угу. Ну, здесь не надо быть гением, чтобы предположить исход этого матча. Угу. Fox Title, молодцы, кстати, молодцы. Это вы вот сегодня играли, да, Fox Title? Если да, то очень быстро, нифига себе вы там гнули. Сегодня не было никаких иных матчей. В Опене же сегодня игралось. Нет, Алисия. Сегодня ничего в Опене, насколько я знаю. А, стоп, подождите, да-да-да, это же воскресенье. Тьфу ты, господи, я уже 2 недели путаю, я думаю, там четверг или там что-то. Длительные все. Каникулы идут тебе не на пользу. Да, я время потеряла. Да, недавно, не сегодня, ага, ну все понятно. Ну молодцы, да. Это да, они мне тут позвали на этот, на мап-толк, короче, на каскад. Я говорю, я на мап-толк вообще тут не знаю просто, вот не знаю, все. Я сразу отказалась, говорю, ну что за карта такая? Да я даже клауд не знаю на этой карте. Вообще да не знаю. Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем смысл этих мап-толков. Идите на YouTube, находите Повку и чью-нибудь смотрите, где там кто что делает. Да и... они смотрят. Дело в том, что половина из них не знают, допустим, клауд, да? Вот, ну, им говоришь, что знаете, клауд, и есть такой замечательный сайт, называется comp.tr. Я им кидал уже. Заходим и учим клауды. Первую карту забрали. Да, забрали 3-0. Да, в нулину. Ставки будут. Так, кстати, интересно, ребята, говорите, за кого вы там болеете. Ну, я, слушайте, ну, блин, мне кажется, все-таки наша команда. Ох.
А кого у нас там не хватает там? Не пойму, кого не хватает. А, все, пришли уже, все. Ой, ребятки, все, давайте, начинайте. Так, все на месте уже, да? Да. У нас там уже ребятки разыгрались там вовсю. Каев. Так, ну-ка, рейзи ставили. Ну там за всю красную команду на прегейме отдувается скаут. Да, кстати. Там уже равлоб 3 двенашки отбил. Либо он на ФКшных так убивается, я ж не знаю. Оф, ты скаут в Хайлендере на прегейме, вот и все. Типа я и... Ну, а в чем проблема? Ну да. Ой, блин. Пиздуйся. Так, ну что, они там два скаута взяли уже. Ну давайте, ребятки, начинайте уже. Ну да, есть мнение, что красный снайпер на прегейме позориться не хочет, потому что ему хватит основного времени матча. Ну, как-то да, как-то вот немножко тухленько. Снайпер-то отыграл. Да, да, притом он такие довольно агрессивные позиции пытался занимать, чуть ли не на мейн выходил. Но, типа, ты не можешь так делать, если у тебя нет аима. Ну, а да. У него какая-то беда сегодня с аимом. Я же полагаю, только сегодня, потому что ретиди все-таки, ну, такие овощи не попадают. Либо это какой-то офф-класс. Может быть, пацанам тоже запретили там мейн-снайпера. Maybe, кстати, да, может такое быть. Это, блядь, там овсянку долбится. У мидов свои развлечения на прегеймы по-своему готовятся. Да. Да, вот мне что нравится, мне нравится больше смотреть игры высоких дивизионов, да, то есть мид плюс там, да, диф 2, диф 1, прем, потому что, ну, у них игры довольно агрессивные такие, ну, знаешь, более слаженные, более агрессивные, более, ну, как сказать, не точно, а знаешь, такие вот, не такие сумбурные, не такие даже как-то... неразборчивые, непонятные, как в опене. Ну, понятно, почему, да, потому что ребята все-таки не, допустим, не один сезон играют, да, и, допустим, если вместе не, ну, не один сезон тоже сыгрались, и их интересно смотреть. Намного интереснее. Потому что уж сколько мы, допустим, кастили вот тоже низкий дивизион, там, опен, допустим, ох, сколько мы понавидали там всякого интересного, прям, и смешного там, да, и грустного, и такие ошибки там очевидные были, но все, начинается у нас игра. Блин, пасты, кстати, топовые пошли. Точно, точно. Так, посмотрим от спуна. Как пойдет. Так, ну-ка. Ага, спун. Ну, Солер, как всегда, выходит первый, довольно агрессивно. Опять-таки, красная команда пытается сразу занять, назовем это, клифом. Ага. Не знаю, что это. Опачки, медик минус. Найс. Медик минус. На джабу теперь нужно дважды посмотреть в сторону, потому что у нас сзади сейчас, у нашей команды, аж целых два человека. Да, и солдатик, хоть и без хп, но, скорее всего, сейчас будет. Будет что-то, какой-то мув от него. Нет, он предпочитает отхиливаться, судя по всему. Знаете, там двое ходит, а там пол хп у Солика. Ой, ребятушки, терпите. Медик стоит, прям стоит. Хорошо, не, я не совсем понимаю, что делает этот солдат, он просто сейчас будет найден и съеден. А, да, да, я тоже. Но, кстати, он отхилялся и... Бля, там джаб убегает. Ой-ой-ой, на джаба выходит в плохой... Ой-ой-ой-ой-ой, все-таки, знаешь, вот, блин, вот... Даже самые тупые вещи, они все равно работают. Казалось бы, да, этот солдат должен был умереть и все. Нет, джаб на него смотрит, он его боится. Хотя тот, очевидно, даже ну, не в состоянии ему какой-то существенный вред нанести. И спокойно выходит соляр на поинт, просто закидывает банками.
Это больно, это обидно. Да, это Но это больно. Проеб не Джаба, это проеб на самом деле команды, потому что, ну... Ну вы чё, блядь, все на солдат, что ли, отвлеклись? Вы чё, ёбнутые? Смотри, вызывает нашего Лоливонта. Ясно. Ну, видимо, да. Сейчас они открыли логи, посмотрели такие. А теперь фокусишь только его, все. Да. Загорелась красная команда, залетает сейчас на Джаба, да, Перес и съедает его буквально. А Экзе в этот момент делал все что угодно, только не дефал своего медика. Типа, ну, хуёво. Но пока, на самом деле, красная команда вывозит за счет ошибок нашей команды, а не за счет каких-то своих успехов. Но время пока одинаково, поэтому... Да, но уже пошло не в пользу нашей команды. Тем временем посмотрим. Ага, смотри, выходит. Сразу реализовывать свой маленький адвентаж на одного человека, сразу просто занимает поинт. Вот Цитрус, это я люблю, вот это мне нравится. Цитрус как вышел-то, прям сейчас вышел и сразу умер. Ой, он же и без нахила еще Чатланин стоял. Чатланин дожидается стрелочки, отлично. Все, напрягает, видишь, отвлекает как довольно хорошо вражескую команду, но... Спуна убили. Джаб остается один. Джаб пытался сейчас прыгнуть, но не смог, не получилось у него джампать на этих ракетах. Увы, ах, есть убер, есть убер у красной команды. Точка за красной команды тоже. Вот видишь, эта карта чем разительно отличается от предыдущей, то что есть вот это гигантское лобби, где солдат, по сути, может жить вечно, перемещаясь от аптечки к аптечке. Угу. Горят убером опять наша Ну, как-то команда. Да, бестолково красная команда зажглась. Да, зачем они горели-то, не понимаю. Видимо, цель была съесть медика, но медика там не было в этот момент. Охренеть, блин. Вот. Ну, умно, блин, что, потеряли убер? По итогу, да, по итогу сейчас синие, то бишь наши, должны будут заходить потихонечку на поинт. Агрессивно и больно стоит пушка, ее надо ломать. Еще Сулик вот ходит, опять Сулик ходит на фланге у нас-то на нашей стороне. В лобби где-то засел там. У него лоло хп, блин, и Лоливан тоже... Ага, все, убили его. Ну, у него задача была тп-ху сломать, он ее сломал, все. Да ёб твою мать, и Цитрус. И минус Цитрус, да. Ой, блин, минута остается, минута. По уберам одинаково. Ой, ребятки, котятки, ну давайте, ну хоть поинт закапайте, пожалуйста, не давайте им просто так, не давайте. Ой, как же стоят, ой. Немножко поменяли позиции. Да, Чатлани наш минус. Обалдеть, он попал опять в кого-то. Есть убер, надо сейчас. Ну, пошли гореть, да, пошли гореть. Обе команды зажигаются в лоб. Ой, Равлопа сейчас отрезал от нашей комбы, но ничего, смотри, не палясь, просто убегает. Да, пробежал по головам. А опять на Джаба там... И опять у нас два человека в тылу, и опять сейчас Джаба погибнет, потому что остается снова один. Ой-ой-ой. Я вообще даже... Но ничему, ребят, вас жизнь не научила на этой карте. Третий раз медик погибает одним и тем же способом, судя по всему. Ну, больно. Чатланин залетает на поинт, его встречает Хэвик, и все. 1-0 в пользу. На удивление, да... Все-таки здесь не сколько ДМ зарешал, потому что, напоминаю, даже если мы сейчас нажмем тап, все равно наша команда выглядит чуть-чуть лучше. Угу. Ну, я думаю, что все-таки они восстановятся как-то и... Нет, достаточно нормально сделать выводы из некоторых маленьких ошибок, которые сейчас в основном допускаются игроками комбы, и все, и проблем не будет. Ой, зря медик так агрессивно... Ой-ой-ой-ой, джаб! Чатлани, найс! Молодец. Ой, прям. Ой, блядь, джаб, ёб твою мать. Я попутал, я совсем попутал. Так, экзе 6 хп. Блин, что-то все хитовы у нас. Молодец. Джаб минус, его убивает спай. А, видишь, не зря, вот прошу как бы всех присутствующих на чате зафиксировать, я Ванга, блядь. На самом деле, конечно, да, тупейший мув от красного медика был. Выходить на мидпоинта и становиться на него, когда вы не контролируете балкон. Ну, такой себе. Лоливонт опять выносит своего коллега. Ты посмотри, что делает Солик. Вражеский Солик сейчас к нам на спавн пришел и начал на спавне убивать там, ну не убивать, пытаться спавнить. Ну, жесткий, можешь себе позволить. Спавн-килл, охуеть. Смейка, команда, наша команда захватила поинт, наконец-то, Обе, кстати, да. Съедает Моджо прямо в лобби. Да. И Равлоп его, походу, видит. Нет, не видит. 20% АД у красной команды.
Капает поинт. Не дают красной команде закапать. Ага, минус. Очень теплый поинт. А, Ситрус опять смог. Убили. И Джаб убивает сейчас. А, кого же он убивает? Солдата? Наконец-то отомстил. Да? За свою честь. О. Да. Это была отличная стрела. Да, Рис, это три. Это вторая карта, да. Но пока наша команда что-то вот немножко да, проигрывает. Там, на первой карте Джаб в одну убили. Калитку наша команда как бы ее взяла, 3-0, все дела. Да, а да, здесь да, немножко. Ой, спунчик, хитовенький спун. Все нормально. Наша команда капает поинт. Молодцы. Ульта скушали. Цитрес пытается убежать с мида, но здесь был Оби. Оби не отпускает бесплатно. Ну как же вот это? О, как агрессивно Соляр заходит, кстати, без хила, без ничего, просто заходит в лоб и делает немножко больно. Вот, блин, ну что же такое-то? Вот, кстати, вот я очень редко видела Убер, ну, с нашей стороны, реально. Сколько? 2 раза всего видела Убер, серьезно? Или я что-то слепаю, уж совсем стала, не знаю. Так, наша команда выходит. И Солик, опять Солик у нас здесь в жопе. Ну почему? Где инфа о том, что вот вы видите, сколько раз он уже выходил оттуда? Шрайвится там постоянно. Ну, так и надо. Он молодец, он делает то, что должен делать. Это да, но наша команда почему? Типа, как она не видит, типа, ну, серьезно? О, как он сейчас на мое просто прилетел, на шотган сел. Ой, бедный мальчик. Горят у вражеской команды. Зажигаются наши, но далеко вражеская комба, и по сути они ее отпускают. Тем временем у Enemy full AD по Uber. Ну сейчас. Не отходите, ну ребят! Ну смотри, Равлов-то и... Ой-ой-ой, делают минуса, и зажигается вражеская команда на таких минусах. Что ж они будут делать-то? Цитрус его вынесет, он же один остается. Убегает на кулаках. Ой. Опа, ну хоть медика, кстати, хорошо, убили. Ульт убил медика. Ульт, молодец. Найс, умница ульт. Молодца. У нас будет отличная ЭД, 80 где-то. Да. И его надо будет сразу реализовать, сходить, прям и вынести кому. Вы сейчас... Зачистить вот это гнездо слева надо обязательно. Этот мод же солеливонтовся, все молодцы, я же смотрю. Опа. Вражеский хэвик-то обходит понизу, обходит. А, да, кстати, нифига себе. Смотри, это 200 IQ гейминг. Ой, блядь. Он выходит вместе со скаутом. Ой. Ну и быстро съедает. Отлично, кстати, медшотики были. И зажигаются наши ребята. Их денает, отлично денает Тейкари, но... К сожалению, долго после этого не живет. Цитрус делает минус 2 своим золотым-то Миславом. Молодец. Тут спун. Спун он на самом деле неплохо сделал, но опять-таки медика отпустили. Надо было сразу под жопу стику и лететь в спину принимать медика отходящего. А теперь у них снова АД. Мне на самом деле по душе вот эти качельки, это очень интересно. Да. Ага, ульт убивает. Так, да. Оби, кстати, занял позицию за Цитрусом. Ой, как он сейчас повернулся, его принял. И, кстати, медик минус. Лопнул. Найс. Дроп? Медик лопнул, да. Найс, молодцы. Каев. Так, на джапу пол хп. Ну все, тут уже да. А, ну 7 секунд. Ой, фикюры вообще, я не знаю, что это за эрошоты были, но получилось какая-то хуета. Все, 1-1. 1-1. Начало положено, ребятки. Впереди еще 2 долгих раунда. Ну, удивительно. Я на самом деле не ожидал, что вообще их противник возьмет предыдущий раунд. Но все-таки слишком разный уровень виден. Так, ну что, да, следующий раунд. Угу, наши уже вышли. Смотрю с общего плана, лучше так будет, лучше видней. Ой, ты что за мазня-то пошла? Минус 2 солика сразу. И с той команда. Так, у них там, кстати, хэвик в подвале бегает и отъедает с аптеками. И там еще равлоп у нас бегал. Нет, оставили его. Ага, минус тут. Минус медик, минус джаб тоже. И по минусам у медиков, блядь, и... Фестиваль, ну, смертей продолжается, я так понимаю. Только зашел, просто я сворачивался. Так, да. Ну что у нас тут? У нас поинт закапан нашей командой. Mm-hmm. И очень быстро копится, кстати,
Ой, Бенц, а у это него не нет криты? метели? Да, у него криты. Ой, блядь, психанули опять. А опять вот это криты. На самом деле хороший мув, потому что это... медики умирали да одновременно. Ты сейчас цитрусы и спуна убил, Спай. Вот просто но убил двоих сразу. Умничка, на самом деле. Обе очень хорошие. Он Спай. Умничка, но, блин, я переживаю за свою команду. Я не могу. За нашу, точнее. Но опять-таки, сейчас у них будут... Они будут. Лальвон выносит, да, Тайбинса. Молодец. Молодец. Спасать день для нашей команды. И сейчас можно будет просто заходить на поинт. Да. И вам его отдадут, я уверен. У них минус 3. Надо бесплатно забирать поинт. Ни в коем случае не зажигая, становиться, капать. С чем, кстати, красный медик сейчас? А посмотри-ка, да, посмотри. Походу, опять скрыты, походу, да? Нет, по-моему, на обычном он. Я не вижу пресса. Нет, на критах все, понятно. Ну, ясно, ясно. Ох, опасный какой да. шкет. Ты глянь на него. Ты глянь. Обе на классической позиции. Выходит медика. Минус джаб. Это вроде дроп был или нет? Да, это был трэп, это было плюс 2. Фестиваль плюс 2, кайф. Сколько мы уже насчитали? 4 очка, да? Кайф. И снова, кстати, красный солдат у нас на спине, он сейчас выходит на читланина. Читланин его не видит, повернись. Это да, ой, это походу вайп нашей команды. Почти вайп и капает поинт красной команды. Да, печально. Экзе было бы неплохо, кстати, быть почаще с комбой, особенно когда есть Uber и просто чекать 24/7. Эти углы, в которых постоянно, блядь, сидит обе, постоянно. А как у хедшот сейчас был хороший по хрифу. Криты, и зажигает медик, и джаб убивает солдата в очередной раз арбалетом. А я так гляжу, блядь, да, джаба убили, а я так гляжу, как это критовый стика полетела, я такая, ёп, блядь, все. Обе на цитраса выходит. Ой-ой-ой-ой. Цитрас. Нет, не слышит, и да, чатланин не и слышит. Чатланин. Опять двоих убили, блядь. Лолибон так крутится, вертится, как у мужчинского вражья. Ну, он опасный, он очень опасный. Да, это да, настоящий да. профессионал, это все-таки как-никак. Там ну, обе, ван Кеноби. Да. Засапало телепорт. Поднасрал инженера, кстати. Да. Вот сейчас Инж пытается спасти, не успевает. Успел. Нет, не успел. Да, кстати, тем временем, наши ребята капают поинт. Ой, криты зажигаются. Да, опять криты, ну ёб твою мать. Ой-ой-ой, как сейчас по спуну прилетело. Ну, благо был на хильно и отошел. Ничего. Ждем респауна и заходим на поинт. О, вполне возможно. Кстати, я думал, когда они этот холодильник сломают, они вообще диспенсер игнорируют. Да, кстати, да. Спун минус. Они его используют как приманку. Ой-ой-ой, фигюр опять попал по солдату. Ой-ой-ой. Какой молодец. Как-то отрефлефил тут сейчас. Ага, пирос минус. Соляр на соплях. Ой-ой. Так, нормально. Хэвик убивает. Как он у нас остается? Это был инженер. Смотри-ка, вроде бы прогорели уголь, да, там, кстати, убили, у нас сейчас ребят это, поразвлекались на левой стороне у противника. Угу. Равлоп и Экзе пожгли там некоторые лица. О, божечки-кошечки мои. Кстати, по времени-то... Судя по всему, обычно Убер или нет у брестской команды. Минус. И ульта сразу убили. Вот да, уже и не важно, как говорится. Да. Уже и плевать. А был обычный. Был обычный. А, отлично. Вот передумали. Надо становиться сейчас на поинт, пока есть ТД по людям. Да, тем более пока у них нет хила, надо... Ой-ой-ой, джабл на соплях, и джабл убивает. Убили. Да, полминуты остается у вражеской команды. У нашей минуты. Уберов пока ни у кого нету. Ну да, наша команда встает наконец-то. Да, агрессивно встает. Все. Ага, дали им поинт. На обычном Убере тем временем красная команда. Угу. Ребятки, вот да, вот. И вот, у них есть АД. У них вот, есть небольшое АД. Да, вот в чем прикол, то, что наша команда, когда она закапывает поинт, она Воль-воль так агрессивно. Минус 2, между прочим. Она так агрессивно не встает, как красная команда, да, когда закапывает поинт. То есть она как-то немножко даже не наступает. Она наоборот отходит обратно. Ну, на деле можно было бы и занимать более агрессивно вот эту левую позицию. Да, и вот левую, да, как раз таки левую. Но почему-то наша команда этого не делает.
На вкус и цвет. Да. Иногда лучше иметь больше хила, чем больше возможностей контролировать территорию. Да. Цитрус погибает. Медик дал по нему инфу, конечно, но не успел. Спун тоже умер. Модж умер. Равлоп умер. Есть умер у красной команды. Что ж такое-то, ребятки, давайте на поинт заходим. Заходим. Спун залетает в спину. Покусит Хэвика. Хэвик оказался неубиваемым, а мы так и не докопили в убери. 2-1 в пользу вражеской команды. Ну, слушай. Но продолжает. Опять-таки, я хочу отметить, что отлично отыгрывает фланг у вражеской команды. Отметим здесь солдата, отметим здесь спая. Что там от заряда Путина такие? Господи, ты боже мой, что происходит вообще в чате? Так. Сейчас посмотрю, что за убер. Вот кто там, блядь? А, это Хэви, кстати, с солдатом идут с этого Сандера. О, блядь, идея. Ну, да, минус знаю, джаб. Хэвик, Хэвик фуловый. Хэвик еще фуловый. Минус джаб. Жестко. Жестко его забатронайфили, судя по всему, в лицо. Ой, блядь. Въебал, ну только не медик. Интересно, очень хитовый сейчас был медик у красной команды. Да, кстати, да. Уже отхилялся. И ФЛД у красной команды, спаун только-только случился, тем не менее, пишут, поинт закапан. Пишут, мне кажется, Экзерет виноват в смертях Джава. Мне кажется, Экзерет вообще во всем виноват, и он будет наказан в следующий раз, когда мы приедем к нему в гости. Жестко наказан мальчишка. Да-да-да. Зажигается красная команда, и сразу была попытка пройти в камбу. Но Экзе вот сейчас буквально ценой своей жизни просто заденел все, что в медика летело. Джаб по итогу выживает, отошел. Сейчас они вместе со Спуном. Ой, божечки, кошечки мои, я не знаю, что сказать, серьезно. Да, посмотри, вот красная команда, она очень агрессивная. Да, на фронте, очень вот, агрессивная. Вот что мешает синей команде такое сделать, когда они закапывали поинт. 3 раза минимум такое было, но нет, они именно что, закапали, отошли. Закапали, отошли. Но, кстати, вы агрессивнее, сука. Ну блин, ну серьезно. Ага. Минус, кстати, вражеский хэви. Зажигаются наши ребята. Полетели доедать медика. Скорее всего, медик будет съеден, если равлоп... Равлоп? Еще равлоп? Ничего такому. Ой-ой-ой. Ну 6 хп. Ой-ой-ой, копеечки не хватило. Копеечки не хватило. О, божьи кошки. Ульт. Надежда на тебя. Ульт, давай. Давай, господи, да возьми ты, блядь, револьвер, да ёбни его, господи ты, боже мой, ну что за мулы, блядь, мультуха, ну не надо. Федик уже отхилялся, все, за ним не нужно смотреть. Закапали поинт наша команда. Ну типа, ну аимистый же пацан, ну блин, ну... Опять убесил. Вот убесил, ага. И Гарет уберем, кстати, зажигается, да, довольно бестолково, кстати, красные сейчас зажглись. Да. С непонятной целью, говорят, чего тоже непонятно. А закапать видимо, чтобы поинт закапать, да. Но как-то совсем тухленько получилось. 70% у нашей команды. И опять Солик на... Вот опять к нам Солик зашел сзади. И все правильно делает. Обе выходят в спину. На Экзе идет. Ой, боже ты мой, господи. Экзе не находит, зато находит Демоса. И без Демоса, конечно, фигово капать поинт. Но наши ребятки... Думаю, справится. Нормально, вот... Докапайте, Экзе, не уходи с точки. Тем более, есть же Убер у вас, вам... Давайте, прям давите их! Убивайте эту центрию нахер, давите! Походу наши касты слушают, да. Я надеюсь, потому что заняли сейчас более агрессивную позицию. И Лолибонд хорошую позицию занял как снайпер, очень хорошо, вот реально, вот молодцы, да. Вот, ну только не отходите, пожалуйста. Есть, кстати, убер у красной команды. Солик опять. Ой, да, но продавили правую сторону. Горят. Сжигаются обе команды. Так. Оттиснули, молодцы, хорошо убер сработал. Джаб вот, видите, маленький. Как оно на самом деле удобно, когда вы занимаете хай-раунд, да, и... Это вас вынуждены атаковать, а не вы вынуждены защищать. А чё тэнши? Писаны разве не разрешены на Твиче, что ли, или нет? Чего? Да дикпики там скинули. Нарисованные, точнее, я имею в виду. Это вообще можно или, ну, или такое... Что за такое тайм-аут, да, дядя? Ёп, блядь, слушай, надо банить их. Может, забанить? Нет, банить мы, конечно, никого не будем. Мы ж тут не эти. Ну, понятно, эти но ваши. Если они будут много раз скидывать, то нужно как бы хотя бы наказать. Давайте, как-то. Да, ребятки, немножко это... Не увлекайтесь там.
Так, смотрите, по Уберу, кстати, 90 у вражеской команды. Джаб минус! Джаб минус. Лопнул? Нет. Нет, не лопнул. Нет. Горит, зажигается красная команда, тоже бестолково, но медик был он на лоу хп, да. Судя по всему, вынужден убер. Да, 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 у нас тиках там, блин, че подорвался. Ульт убивает. Ультуха, давай! Давай! Твой выход! Умница! Nice. Вот видишь! Можешь! Да, может, конечно, всегда может. 20 секунд, это будет 2-2, счет 2-2. Найс! Вот это, вот это плотная карта, и это действительно интересно. Опять, ребята! Ну, поплотнее, вот поплотнее, ну сюда поагрессивнее, поагрессивнее. Отхиливаться, стоят что-то, диспенсеры охренят. Вас тут не нужно так много, это холодильник никуда не денется, встаньте ближе. Вас встаньте, встаньте утро, ближе, да? Ну сейчас зайдут, что встанут на пой, ну. Опять разошлись, раскучковались, блядь, да, вот, ну понятно. Ну ничего, что... походу красная команда решила, да, тоже расслабиться. И Цитрус просто как ПВО сейчас работал. Да, кстати, ты посмотри, он 5 смертей что-то там сделал, я даже не знаю. Но у него киллстрейк 7, но тут где-то на атаке он минимум 3 точно убил, а скорее всего даже побольше. У него еще 4 доминашки, у Лоливонта 3 доминашки, вот и господи, это боже мой. Ну все, начинается геймплей наконец-то. Ох, это приятно смотреть, да, 2-2 счет. Решающий, ребят, решающий. Я надеюсь, что все-таки наша команда сейчас нормально все-таки отыграет. Выиграет. 6-0. Минус снайпер вражеской команды. Минус скаут. Ульт вот, минус смотри, у нас. Как сейчас довольно Цитрус. Агрессивно Цитрус сюда заходит под хилом. Джаб, папочки, блин, хорошо. Почаще бы, конечно, ему арбалетом пользоваться. Экономит. Джаб-то, что ли? Да, экономит стрелы. Вот опять там спай. А Шевика в такой ситуации только арбалетом, не пытайся его хилять. Вот смотри! Ну вот смотри на это! Ну вот смотри на это! Ну да, да, классика. Вот сейчас они зажмутся где-нибудь в свой уголочек. Вот здесь, да, самое пассивное, самое. Выбирай одинаковые и посмотрим, кстати, сейчас как будет красная команда действовать. Я считаю, что они сейчас минус 2 сделали. Это криты зажигаются! Зажигается, тут же джаб, но теряет людей сзади! Не раскидывает на них, ой-ой-ой. Знаете, это... Ультуха пытался съесть соляра, но у соляра были очень... Вражеская команда пошла на крайний мир, а она опять взяла криты и опять психанула. Но в данном случае они отлично работают, и тем более был эффект неожиданности. Это да. Хотя, опять-таки, здесь косяк все-таки нашего меда, потому что... Ну, ты видишь, стика летит в тебя, раскидывай вообще на всех, Иван. Все, там... Ох уж он закончится быстро. Ну. Здесь все-таки количество людей больше решает, чем качество. Ай, блядь, 79, зачем, господи, ну да, 70, короче, критов у вражеской команды, у нашей 70 убера. Обе убивает Чатланина. У них есть криты! Горят! И они их зажгли. Опа, ой, какая сейчас была опасная стика, кстати. Да, на потолке. Джаб ее не видит. Тихо. Все хорошо. Нормально. Вот все. Одна не долетела, вторая прилетела, и... Но все. Не вовремя, ребята, да. Наказывать нахер, все. Зажигается наша команда. Отлично. Все, накажите, выходите. Ох уж это Сэндри. Ой, как мы ее. Ух, у этого медведя давай ебим. Краев. Кстати, обе все еще спине у нас. И опять к себе ушли. Они, походу, выводов не сделали, либо все-таки не было никаких выводов, а была лишь случайность. Да, скорее всего, они, ну да. Отлично, опять фланги отрабатывают. Краблоп носится, как ветер, в доме вражеской команды. Что сейчас такое прилетело? Недоразумение какое-то. Так, кстати, да, у красной команды опять криты, судя по тому, как он быстро нахиливает. Так, ну посмотрим, Экзе около меда, Экзе чекает. Обе выходят на поинт и съедает Демоса. Спуна минус. Да, молодец, это логичный, на самом деле, муф от Оби. Красная команда закапывает поинт, джаб хитовый. Цитрус опять делает минус 2. Ну, на хэвика на поинте идти такой себе. Опять Соля пришел, убил Лельвонта. Да. Классика, потому что, ну, честно говоря, я не понимаю, почему не халдится фулл-тайм 24/7 вот этот левый балкон. Да
Вот смотри-ка, разница на минуту у нашей команды. И, возможно, хоть что-то, да, вот вы... Ой, какие-то все хитовые, это, посмотри, там 9 хп, 6 хп, 9 хп там было. О, ребятки, котятки. Тут еще опять Солик. Ну, у нас, да, Солик почти фуловый бегает по спине. Как же он заебал, правда, я не могу... Он заебал, Оль Вонта сейчас, походу, будут убивать, да, его Правлок, убивают. Покажи. И заходят сейчас... Красная команда криты тем временем прожгла, да? Безрезультатно. А зачем, да, они криты прожгли? Безрезультатно, но они все равно поубивали людей, просто даже банально без критов, они отжали. Они отжали наших ребят буквально к себе на спаун. 70% у нас, всего лишь 30% АД очень плохо копится сейчас наша комба, если она вообще копится. В основном они занимаются... Просто, блин, каким-то, я не знаю, хождением из угла в угол. Да, тут аркада летит. Чатланин полетел, но дождитесь вы, блин, своего убера. Потом вот, кстати, пускайте, да, солдата. Ну что вы делаете-то, блядь? Опа, второй раф полетел. Надо ему сказать. Отличный дамаг по соляру, да, от него. Капот поинт, есть убер у нашей команды. Капот, взяли бесплатно. Встаньте ближе. Агрессивнее встаньте, ребята, агрессивнее. Вот хотя бы сюда на камень. Нет, они жмутся, они. Ну, ребят, у вас есть убер, ну выйдите сюда на камень, ну встаньте агрессивнее. Сейчас будет лучше. У них есть убер, в том-то и дело, у них есть убер. Но есть криты, они думают. Ой, да, горит, красная команда. Наша команда горит, тоже синий. Зажигается, да. Вот на сей раз. Вот видишь, сразу автоматически цитрус расхилял. Да. Ой-ой-ой, его все равно съедает обе. Ну что же это такое? Ну, 20 секунд с наших... да, у нашей какие команды... Какие сейчас качели пошли, ты посмотри. Слушай, это поднина, ребята, Красная команда, она пошла в атаку нахуй, блядь. Я вообще сразу. Мелик побежал, вперед, швань, блядь. Специально вот это, посмотри. Слушайте, ребята, воспользуйтесь ситуацией, блядь. Пока... Воспользуйтесь, они тупят, блядь. Вы должны сейчас взять этот поинт. Давайте, на 15 секунд. Ребята, ну время. У них есть криты, блядь. Они сразу прожигают на Томислав, на Хэвика, блядь. Ёпта, что творится, блядь? И жабу на спинс. Так, не все потеряно. Всего лишь минус 2 сейчас у наших. Ребята, 5 секунд, ну встаньте на вход, вы можете это выиграть, давайте, ребята, все толпой! Пушка стоит! Толпой, блядь, давайте, нет! Очень плохо пушка стоит, ой-ой-ой, ну что ж. О, да наш, как же... Не, на самом деле, это действительно было интересно. Это было офигенно, правда. И я думаю, что есть, скажем так, некоторые моменты, которые было бы неплохо нашей команде изучить. Все-таки к третьему диву можно уже перестать сжаться, блять, у всех где-то в пизде, пусть даже на такой карте. Типа остановитесь на поинт, что вам мешает. Ладно, там на продукте что-то пацаны сыкают, кстати, поближе, там на клифе еще где-то. Вот, но здесь-то, ну сам бог велел, блять, сколько тут позиций, где можно безопасно стоять и принимать энами. Нет, что-то, блять, стоим, жмемся за поинтом, блять, и на нас выходят, нас сверху закидывают, и мы... Блять, вместо того, чтобы сами отпинать нападающих, мы вынуждены уже защищаться от них, что всегда, скажем прямо, более невыгодно. Угу. Так, да, посмотрим логи тогда. Ну давай, да, глянем логи. Да, сначала каскад, тогда сам последнюю карту посмотрим. Сейчас я только... Так, дисплей капчер. Каскад. 28 минут игралось. Да, потно, конечно, было. О май. Что-то по дамагу. О май. О. Ну что ж, скаут и снайпер. Ну, Игорь, вы молодцы, вот оба молодцы, блин, ну ты, конечно... Вот... Не, топ за свои деньги, конечно, вот эти фланговые классы, это топчик. Обе, посмотри, как он, блядь, наглую просто выше остальной своей команды. Да, кстати. Ну, понятно, это такой фланговый класс, который там может потихоньку кушать отставших от стада, отбившихся там всяких снайперов, там, инженеров и так далее, это все понятно. Но, тем не менее. Ой. У Джаба плюс 4, у его коллеги плюс 2. Ты смотри-ка, вот. Сколько убил Цитрус, 28 убил. По дамаге, кстати, да, обрати тоже внимание, очень мощный дамаг со стороны демосов обеих. Да, ну, да. Логично, да? И на самом деле у Соляра он не совсем такой, какой стоило бы ожидать от демоса, которому почти фулл-тайм давали криты. Вот, ну, не совсем такой. Вот. Так, а что там по уберу-то? Да, джаб 2 дропа. Вражеские,
хилы прям одинаково прошло. Ну, типикал, на самом деле, на этой карте хэвики, как правило, это саппорт класса, да, они тупо стоят и не выебываются особо. Хотя 28 киллов у Цитраса, это надо сказать, вполне. Угу, да, молодец. Вот. По убийствам, кстати, у нас больше убийств на 40, почти на 40, кстати, на 38. Экз, судя по логам, вообще нифига не делал, и... Конечно. А что там экзет? Ну-ка. Ой, ё-моё. Конечно, да. Это тоже пойдет в списочек его плохих поступков. Хотя 20 ассистов. Видимо, кого-то поджигал. Вот. Что еще интересного, кстати, из логов можно вытащить? Ну, красивая 5-5-5 дэмэджа в минуту у Соляра. Но мы уже говорили в целом про его дамаг, да? Угу. Ну-ка, дэмэдж текен. Цитрус 15 тысяч дэмэдж текена, и от него, в принципе, не отстает гениальный мишка. Дэмосы одинаковые. На самом деле, вот, ну, блин, плюс-минус команды идентичны были. Вот именно на этой карте. Но, заметь, пусть по дэму чуть-чуть хуже, как мы заметили уже на продукте, была команда противника. Но они в целом по командной тактике оказались лучше. Они не стеснялись экспериментировать. То есть вот эти вот криты, которые уже и сложно назвать, скажем так, чем-то необычным, учитывая, что они их ну, довольно часто брали. Тем не менее, они их хотя бы брали. Угу. Наша команда не обнаружила у себя тяги к приключениям, да, на дисадвентаже взять криты, чтобы кое-как немножко что-то уравнять, да, либо после взаимных смертей медиков. Нет, вот этого не было. И опять-таки, командный тимплей у команды противника здесь оказался, ну, чуть-чуть более качественным, да, начиная от позиции, которые они занимали, да, то есть, учитывая, что все на этой карте тратятся вокруг комбы, и если комба стоит, не жмется где-нибудь у себя там за стеночкой у диспенсера, а становится буквально на поинт при условии, что балконы смотрятся, и оттуда никакой солдат не выйдет, не надамажит медика, то это успех. Вот конкретно на каскаде это очевидный успех. Вот. И то, что у наших ребят получалось на продукте, здесь уже вообще в принципе не работало. Но опять-таки и на продукте не было попыток занимать передние позиции. Я думаю, здесь на самом деле стоит обратить внимание именно на позиционку на этой карте. То есть перестать сжаться, это самое важное. И учитывая, что есть ну, неплохой ДМ у команды, и вот так вот его бездарно просто проебывать. Да, вам повезло, у них снайпер был вообще никакущий. Вы могли этим пользоваться, просто стоя на понте вообще всем составом. Но при таком снайпере позволить им победить... Ой... Ну, блин, ну вы, я думаю, и сами знаете, ребятки. Но в целом молодцы, в целом неплохо. Ничья это тоже, как бы, 3 очка. Чё бы и нет. Итого, сейчас у нашей команды 5 очков, у Enemy только 3. О. Так, ну давай посмотрим продукт. Давай, да, там уже быстрее пробежимся. Ливон со спуном. Кстати, как Ливон-то офигеть дамагу нанес. Да, это неудивительно. Вообще неудивительно. Вот на предокте отличный снайпер. Он себя может чувствовать, вот просто как в своей тарелке. А у них где снайпер? Ой, блядь. На дне у них снайпер. 9-19. Эй, 7 хедшотов. И это 32 к 4. Это 301 хедшот. Но в космос улетел, чувак. Ну, пацаны, вся наша команда тупо в топе там, за исключением ЭХЗ. Но медики не считаются, медики традиционно, они в топе, но в топе с конца. И у медиков свой топ альтернативный. Там кто ниже из медиков, тот и молодец. Вот. Ну, да. Что тут можно сказать, если буквально вон... Даже дома глянуть, блин, основной дэмэдж дилер это снайпер нашей команды, потом идет спун своими 10 косарями. Неплохо на самом деле Соляр, но Соляр, он скилловичок, он не нуб. Кстати, посмотри, насколько убийств больше сделала наша команда, в отличие от красной команды.
Ну, почти, да чё почти, в два раза больше. Ну, это избиение младенцев было. Я вот тем паче, я не понимаю, как после такого можно было... Да, пусть и с потом, да, пусть и не в одну калитку, но все же сдать следующую карту. А ответ простой. Тимплей. Тимплей, позиционочка. И, кстати, тоже хочу отметить вот на каскаде особенно работу солдата вражеского. Это какое-то чудовище, которое, в принципе, ничего особо из себя не представляет, но когда она находится в нужное время, в нужном месте и может делать нужные минуса, да, когда гонит, буквально гонят на него, загоняет вот эту несчастную нашу комбу, и он выходит, просто встречает их. Или поедает там потихонечку вместе со спаем, там, снайпер, там, еще кого-нибудь скушал, еще кого-нибудь скушал. По чуть-чуть, по чуть, но он постоянно спину держит на напряге. Поэтому наша комба нигде себя спокойно не чувствует на этой карте. Может, поэтому они так инстинктивно жмутся поближе к спауну? Потому что спаун ассоциируется с безопасностью, я уж не знаю. Типа... Я не знаю, это странно на самом деле тоже. Ну блин, реально странно. Ну, Ну обидно. честно, вроде как бы мы не предвзяты и все такое, Не, но все нет, равно конечно, немножко нет, но... обидно, потому что, ну, могли Конечно могли, побеждать. блин, реально могли. Ну блин, там видно было, но могли, Видно ну. было, да, но с другой стороны, опять-таки, если мы посмотрим сухую статистику, то наши ребятки все равно по дамагу там на два косаря перестреляли, и по киллам очень сильно перестреляли, сам 190 против 160 киллов, Да. почти 200 даже, 198. Так, ну по продукту, кстати, вот по одному дропу имеет, да. А на На продукте, 3000 да. перехилял джаб. Ну, а, ну Ну, здесь понятно, я да. думаю, да, здесь, Ну, в в принципе, все. принципе, не на что больше смотреть. Вот. Давайте, молодцы, но можете лучше. Да. Очевидно, можете лучше. Конечно, конечно. Так что будем следить дальше за третьей неделей, за четвертой неделей. Вот. Так что все, котятки, ребятки мои, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Вот, я думаю, все-таки мы сейчас будем активно стримить, потому что у нас сезон начинается, начался. Поэтому да, у нас будут активные игры, активные стримы. Вот, чтобы вы накидали тут пас всяких. Вот. Ой. Ладно, ладно, Да, ребятки, ребятки, спасибо, что все. были с нами. Да, давайте, все, всем пока тогда, до следующих стримов. Все, а мы отдыхать.